Военный информационный канал «ДАДО-79» представляет. В Баку из России депортирован агент армянских спецслужб. 28 февраля Россия депортировала в Азербайджан агента армянских спецслужб Фахраддина Аббасова. Об этом армия АС передает со ссылкой на отдел по связям с общественностью службы государственной безопасности Азербайджана. В отношении гражданина Азербайджана Аббасова Фахраддина Фарман Оглы принято решение о привлечении его к ответственности в качестве обвиняемого по статьям 281.2 Уголовного кодекса «Публичные антигосударственные призывы» и 283.1 «Разжигание межнациональной розни в рамках уголовного дела, следствие по которому ведется в службе государственной безопасности Азербайджана». 14 июля 2018 года решением суда Сабаильского района Баку в отношении Аббасова Фахраддина была избрана мера пресечения в виде ареста. Аббасов Фахраддин был задержан 28 февраля 2019 года правоохранительными органами Азербайджана в международном аэропорту города Баку при исполнении решения суда города Люберцы Московской области о его депортации в связи с истечением срока на право временного проживания в Российской Федерации. В настоящее время продолжается расследование визитов Аббасова Фахраддина в Армению, его встреч с сотрудником органов спецслужб этой страны, его призывов против Азербайджанской республики и территориальной целостности нашей страны в ходе различных мероприятий в Армении, которые транслировались в СМИ и социальных сетях. Что думаете вы? Пишите в комментариях. Спасибо за просмотр. Поставьте лайк, и если вы не подписаны на наш канал, то подпишитесь.